Более 1000 будущих мам за прошлый 2016 год обследовали в окружном кардиоцентре с помощью современного УЗИ-аппарата для перинатальной диагностики. Напомню, появился он в лечебном учреждении полгода назад. Таких машин в России всего несколько, а в Югре он и вовсе единственный. По словам специалистов, преимущество машины в программном обеспечении и сверхсовременном датчике. Этот комплекс позволяет врачу получить максимально точные данные о глубине, форме и деталях анатомической структуры ребенка. Эта информация нужна для того, чтобы выявить возможные пороки развития на самых ранних сроках беременности и в зависимости от этого выбрать правильную тактику вынашивания и рождения малыша. Стоимость прибора довольно высока, более 20 миллионов рублей, но эта стоимость оправдана высоким качеством получаемого изображения. Ведь самое главное – это качество пренатальной диагностики, которое позволяет нам рожать здоровых детей. За прошедший период эксплуатации этого прибора уже было обследовано более 1000 женщин. И практически 90% этих женщин диагноз был снят, и они родят здоровых детей.